Итак, продолжаем, друзья. Вот наши ребята никак не успокоятся. Быстрее, 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 пока он... Блядь. Тихо. Я через тебя прострелю, тварь. Кого убить, тварь? Откуда? Блять, откуда вы стреляете? Все, вижу. Убил? Патронов ноль. Надеюсь, убил. Презерватив нашел. Это в меня стреляют. Так, ну что, попробуем с парашюта там что-то. Давайте попробуем. Так. Винг, прием, это ты? Не знаю никого с таким именем. Проклятие, опаздывает. А ты кто? Аджай Гейл, а ты кто? Аджай Гейл? Минуту. Да, Аджай, я тебя знаю. Я копал из Золотого Пути. Может, ты нам поможешь? Может быть. Мой отряд ищет припасы, но у меня не хватает людей. Армия короля ждет посылку от снабженцев. Шлю тебе координаты мест, куда сбросят груз. Два места, да? Все раньше, чем это сделают солдаты. А что все-то? Припасы. Нам пригодятся. Понял. Я все заберу. Блин, ну только... Дело в том, что солдатики там встали посреди дороги, а у меня даже патрон... Блядь, сзади. У меня даже патронов нет. Не знаю, чем это закончится. Тихо, тихо, я по-тихому тут. Сильно не кексую, в принципе. Блин, у меня патронов совсем нет. Наверх нужно залезть, я понял. Нам же не на время, правильно? Да, так что... Так, где тут ящичек стоит? Вот он. Один есть, и вот где-то здесь еще второй стоит, вот он. Угу. А, вот что ли? Первый груз есть. Так. Супер, еще один. Удачи. Один, да? А мы сможем тут залезть как-то? В кошечку закину. Давайте, наверное, будем лезть. Так, надеюсь, там никого нет, потому что у меня патронов не имеется. Нисколько. А как туда? Судя по всему, никак. Правильно я понимаю или неправильно? Блин, так а что тут происходит? Да, наверное, тут никак нельзя. Нет, можно. Давай, 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 спокойненько лезем. Брат, давай, ты сильный, крутой. Клевый и крутой. О, это я в наше поселение, что ли? При... Или нет? А где это я вообще? Ну, вроде как на наше поселение похоже, если не ошибаюсь. Ну да. Так, нужно в конец бежать. Где это я? Нет, это не наше поселение. Ладно, давайте добежим до конца, тут разберемся. Что это вообще за место? Хорошо, что не на время. Я не люблю на время вот эти движухи делать. Блять, волк, у меня патронов нету. Все у меня. Обалдеть. А теперь быстрее доставь их вот сюда. Спасибо. Вот ты тварь. Тихо. Такое, блять. Ну как можно быстрее, если тут такое происходит? Тут кабанчики просто менжуются. Куда ехать надо, ребята? Я, блять, боюсь.
Опа. Успел, да еще и время осталось. Что это за бункер? Вот то, что ты просил. Спасибо, Аджай. Все попадет в нужные руки. Просто оставь у двери. А внутрь нельзя? Мы готовим сверхсекретную операцию. Прости, но приказ есть приказ. Никого не пускать. Поставки золотого пути выполнены. Молодцы. Так, ну что? Теперь мне хер знает куда надо киксовать. Что за навыки у меня? Так, ничего, в принципе, убийство с подхватом, перезарядка на бегу, внезапный снайпер. Мне кажется, здесь поинтереснее какие-то навыки, хотя, черт его знает. Давайте, наверное, перезарядка на бегу прокачаем. Убийство сверху. Давайте качнемся теперь, чтобы я сверху просто уничтожал всех. Так, кстати, как делать эти инъекции-то эти? Бумажник. Я так и не понял, как их делать. Это, скорее всего, у этого нужно. Погоди, я никуда не могу быстренько переметнуться. Мне, в принципе, где я? А, это я, мне нужно сюда. Блин, ладно, придется сейчас захватывать огромный этот пост. Черт, я назад смотрю. Давайте развернемся и попробуем каким-то хером доехать. Хер знает куда. Тихо, тихо, тихо. Нормально он фиксует, мне нравится. Что за тварь сидит? Ну все, не ори. Опа! Так, мне нужно вниз. Тихо, 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 я еще не решил. Подожди, а что там вниз надо? Давайте по-тихому, все нормально. Все по-простому, больше простого. А, тут на дорогу нужно выйти. Давайте соскользнем. Блять, это свои? Да, свои. Пацаны, не пугайте так. 10 патронов есть. Так, теперь у меня есть перезарядка на бегу, я могу воспользоваться ей. Есть что у тебя, брат? Нет, он просто валяется. А вот это не наши едут, по-моему. Нет, наши. Нет, не наши. Тормози! Блять. Пацаны, ну что вы тут вообще появились? Все? Хоть мои вступились. Спасибо, братья, за то, что вступились за меня. Блин, правда, их было всего лишь двое. Какой-то дед, он с бородой, с ошейником. Эй, ты в порядке? Я, конечно, в порядке, ребята. Какие разговоры? Вы бы лучше меня там этот аванпост захватить нужно. Говорят, что тяжело, мне патронов поболее. Вот это. Почему-то я до сих пор не могу оружие улучшать. Не знаете почему. Патронов нет нихера. Так, аванпосты. Вражеский аванпост можно легко распознать по заметному издалека столбу черного дыма. Освободите аванпост, не подняв тревоги или оставшись незамеченным, и вы получите дополнительный опыт. В каждом освобожденном аванпосте появляется новое убежище, где можно получить новое задание. Черт, ребята. С 10 патронами этого, наверное, не сделаешь. Так. Опа. Слон как бы намекает, чтобы я на нем ворвался и устроил серьезный движ. Так, кто там еще? В принципе, аванпост небольшой, и он только первый. А что нужно сделать, чтобы слона напугать? Тихо, тихо. Уничтожьте клетки, чтобы освободить животных и отвлечь врагов.
А где клетки? Я так, кстати, клетки не увидел. Слон есть. Чтобы предотвратить вызов подкрепления, уничтожьте сигнализацию или выведите ее из строя. А где она? Блин. Сейчас, мне кажется, не особо все у меня получится. А можно на слоне как-то? Тихо, брат. Блин, на слоне нельзя. Он будет их разваливать. Так, одного убрал. Давай, разламывай их, братик. Стой, стой, стой на месте. Стой на месте. Все? Захватили или что-то желтым? Да! Аванпост освобожден. Тревога не поднималась, отлично. Наши заехали. Да я так и не понял, где-то тревога могла подняться. Ну ничего страшного. Все хорошо, что хорошо. Красота. Сначала заложники, теперь аванпост. Ты редко меня слушаешь, Аджай, но должна признать. Сегодня ты молодец. Спасибо. Я сделал то, что счел нужным. Мама была бы рада. Я знаю, тебе нужна Лакшмана. Но это не так просто. Мы потеряли север много лет назад, и теперь бьемся за юг. Я обещал маме, что развею прах там. Она так хотела. Подумай, Аджай. Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. Ишвари была умной женщиной. То, что ты здесь и помогаешь нам... Не случайность. Оставайся с нами. Вступай в Золотой Путь и обещаю, ты выполнишь последнее желание матери. Будь то развеять ее прах в Лакшмане, или достичь чего-то большего. То есть Золотой Путь — дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить Кират от Пейгана. Помоги же нам закончить то, что некогда начали они. Просто подумай, Аджай. Ну, мам, похоже, я останусь. Первая часть завершена. Так. Добро пожаловать в Кират. Совместная игра. Разблокирован режим совместной игры. Чтобы узнать больше, посетите Хёрка. Ищите значки H на карте рядом с вами. Вы также можете нажать сенсорную панель, чтобы вернуться в меню тактики. Изучить раздел совместная игра. Чтобы начать игру в совместном режиме, вы выберите запуск сетевой игры или продолжение сетевой игры в главном меню. Ну, пока нам это не нужно, я пока играю сам. Поэтому... Убийство снизу. Нажмите R, короче, правый стик, находясь ниже одного или двух противников, стоящих на доступном уступе, чтобы убить их. Давайте это качнем. Это классная штука. Карта. Так, мы открыли. Вот это, кстати, Хёрк, это из этого. Из предзаказа задания. Какого хера я черт знает где от захваченного мной? Почему я наверху? Тут как-то можно спуститься или что? Можно. Поехали. Тр-яху. Какой орел? Надеюсь, он меня... Кстати, меня тогда орел схватил, помните? Сбили орла? Пацаны, сбивайте орла, потому что он злодей. Каких мало. Нет места, блин, а чё это, кстати?
Мне в магазинчик бы так надо плакат сорвать для начала. Есть, плакатик-то сорвали. Черт, столько миссий всяких. Глаза разбегаются. Вот, еще баб. А, у нас, в принципе, брать некуда, нихера. Нужно срочно продаваться. Навыки, навыки я уже прокачал. Какие навыки? А, опять один навык дали. Во, блин, надо было тогда сохранить два. Черт. Это прокачано у нас. Что у нас здесь? По действию мне не это не хочу. Ваше мастерство позволяет собирать вдвое больше растений. Хорошая подготовка. Ну ладно, давайте вдвое больше растений, что ли. Продать. По-быстрому все продали. Ого, у нас 440 тысяч. Когда мы сможем оружие улучшать? Я не пойму. Почему я не могу тут что-то купить на него? Блин, мне это не нравится. Я думала, больше не придешь. Что за письмо? Дневник нашел третий, да? Мохана Гейла. Асар, 1986 год. Сегодня опять дрались насмерть с националистами. В их рядах сражаются иностранные преступники, они вооружены американским оружием. Даже муссонные дожди не скоро смоют кровь с улиц Тиртхи. Лишь поздно ночью я пришел домой и заполз в кровать к Ишвари. Без нее, без ее способности обращаться прямо к сердцам людей, мы бы пропали. Она напомнила мне о первых 4 годах нашего брака. Мы не были богаты, но мы были счастливы. И был мир. Так много изменилось. Мохан Гейл. Спасение. Враг напал на небольшую ферму. Солдаты армии короля вовсю грабят ее, взяв местных обитателей в заложники. Проберитесь туда, устраните охрану и освободите заложников. Если вы будете замечены, их убьют. Поэтому старайтесь действовать незаметно. Ну это, я так понимаю, побочное опять, да? Задание... Так, а что здесь, ничего? Купить, настроить. Жетон наемников, что он дает мне? Призовите к себе, а, это можно повстанцев, я понял, к себе призвать. Вот, костюм крыло, воспользуйтесь костюм крылом, чтобы планировать с большой высоты. Спустившись достаточно низко, вы получите предложение использовать парашют. Все, вот это нужно было купить сразу. Я думаю, что такое, бронежилет 20 тысяч. Есть. Блин, почему, я не пойму, нельзя улучшать? Я понял. Значит, давайте вместо автомата, ой, вместо снайперки, наверное, я себе калаш, может, поставлю. У меня больше. Ух ты, можно пулемет купить. Это тоже нормальное движение. А уникальное, что можем купить? А все закрыто. Ну, точнее, вот эту херню нахер нам надо. Классический пистолет-пулемет с современными модификациями, оптикой, увеличенным уличным магазином, повышенной пробивающей способностью и гасителем отдачи. О боже мой. Да не, лучше потом что-нибудь себе приобрету. Блин. Наверное, калаш я поставлю себе. Вот сюда. Да. Почему только я не могу это нихера улучшать, меня это злит. Что нужно для этого сделать, я не совсем понимаю. Так, давайте, может, выйдем, посмотрим, что там еще имеется. Что вот за желтый знак? Погоди, что там? Коллекция, рюкзак. А это смотришь, да? А, это что можно изготовить? Все, я понял. Изготовить инъектор. Вы не можете вернуть выброшенный предмет. Продолжить, бросить, выбросить. Нет, не выбросить. Почему выбросить? Как изготовить что-то там? Блин. Записка. Угу.
Калаш — это нормальная движуха, только если бы он еще можно было бы улучшить. Так, здесь что, бабки лежат? Нет, здесь ничего не лежит. Что это за хибара, я не пойму. Я бы на твоем месте туда сейчас не входила. О чем они там спорят? Солдаты Пейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Сабал, что надо срочно спасать наших людей. И давно они спорят? Давненько. Всегда одно и то же. Те же слова и доводы. Эй, я не хочу быть навязчивой, но ты Аджай Гейл, да? Спасибо тебе за помощь. Здесь тебя все уважают. Золотой путь спас меня, и я их должник, но... Вообще, я приехал развеять прах матери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Хочешь или нет, но ты должен Кирату. И твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. Выбор. Задание «Баланс силы» определяет будущее Золотого пути. Помните, что у Амиты и Сабала разные цели. Поговорите с обоими лидерами и решите, кого поддержать. Ваш выбор определит, какое уникальное задание вам предстоит выполнить. От этого будут зависеть новые цели в предстоящих заданиях и то, кто будет лидером Золотого пути до следующего баланса сил. Вот так вот, да. Вы можете поддержать Амиту или Сабала и там определить судьбу. А, тем определить судьбу Золотого пути. Выбирайте осторожно, это повлияет на ваши дальнейшие цели. Я, в принципе, понял. Почитать, чё? А ты о чём? Срочно, армия короля наступает. После спасения Аджая Гейла из лагеря Деплёра, наши разведчики отмечают усиление активности армии короля. Из лагерей к юго-востоку от Банапура донесли о перехвате сведений о готовящемся крупномасштабном наступлении. Лагерь, в котором содержатся разведданные, прошлой ночью подвергся нападению. Второй ждет нападения в любой момент. Пожалуйста, пришлите подмогу, пока еще не слишком поздно, сержант Натесса. Так. Ну понятно, то есть нам нужно выбрать. Выберите задание Амиты или Сабала. По кому они стреляют, подонки? Зверько видно, да? Секретики видно. Кстати, где я там видел этот? Могу я сейчас сюда телепортнуться? Могу вообще. Давайте переместимся сюда и купим вот эти карты в магазине. Это я же где-то видел их. Только не помню где. Так, давайте выйдем отсюда. Нужно купить карты обязательно, вот эти. На все бабки желательно. Привет. Мать, ну что, здорово? Купить и настроить. Карты. Угу. Тут, кстати, карт, походу, нормально. Маски все будет видно. Золотой дождь. Ничего себе. Название интересное. Мы получили достижение. Так, ну все, за 30 тысяч я уже ничего не куплю, я так понимаю. Да. Так, продать.
Спасибо. Береги себя. Давайте теперь посмотрим, что у нас имеется на картах. А, то есть маски все, в принципе, видно, да? Все секреты, которые мы будем искать. Угу. Что это такое? Хижина Итана. Ну, это нам... А, вот мы там маску так и не нашли. Черт побери. Нужно будет пооткрывать все вышки, чтобы туман разошелся, и тогда будет классно, я думаю. Давайте туда переместимся. Как в магазинах вы можете установить на свое оружие глушитель, оптический прицел, увеличенный... Я что-то ни хера не получается у меня. Почему-то никакие глушители мне недоступны. Я не пойму, почему. Эй, я это уже видел. Я бы на твоем месте... Стой. Можно как-то это пропустить, мать? О чем они там спорят? Мы уже об этом говорили с тобой. Солдаты Пейгана собираются напасть на наш лагерь. Черт побери. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Сабал, что надо срочно спасать наших людей. И давно они спорят? Давненько. Всегда одно и то же. Те же слова и доводы. Я буду за Амиту. Эй, я... Нужно собрать информацию о противнике. Мать, ну тормози, я тебя уже слышал. Спасибо тебе за помощь. Здесь тебя все уважают. Золотой путь спас меня, и я их должник, но... Вообще я приехал развеять прах матери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со страной. Ты сын Махана Гейла. Да сколько можно, мы же это уже слышали. Хочешь или нет? Но ты должен Кирату. И твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. Сейчас тебе еще будет базарить. Можно не входить? Нет, он сам войдет. Падла. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. Блять, ну почему это не сбрасывается? Мы это уже видели, спасибо вам. Какие-то магазины, оказывается, есть. Я просто его не увидел. Или я там был? Я уже что-то запомнил. А, я там был. Задание провалено. Ну, слава богу.